Всем привет, это Medford Media. Мы хотим рассказать вам о новой портативной ультразвуковой системе от Medray, модель M6. M6 – это практичная портативная ультразвуковая система, отвечающая международным стандартам с полной функциональностью. Эта система пришла на замену M7, но с более расширенным функционалом и более выгодной ценой. По своему функционалу может конкурировать с такими аппаратами, как модель Versana OGE или S8 от Sonoscape. Итак, рассмотрим подробнее. Объем жесткого диска 1 терабайт, монитор 15 дюймов, 8 настраиваемых кнопок, вес без батареи 5,5 кг, работа в режиме сканирования от встроенной батареи до 90 минут. Модель M6 является аппаратом среднего класса, но в ней реализованы такие продвинутые технологии улучшения визуализации, как iBeam, iClear и iTouch. Широкий набор датчиков из 23 вариантов позволяет использовать данную систему в таких направлениях, как ургентная медицина, неотложная медицина, урология, акушерство, гинекология и амбулаторное звено. Отдельно хотелось бы выделить черезпищеводный датчик, интраоперационный L- и Т-образный, внутриполосной биплановый и высокоплотный линейный датчик 192 пьезоэлемента. В рамках продвинутых функций хочется отметить возможность проведения компрессионной эластографии с уникальной функцией оценки жесткости ободка, автоматическое измерение комплекса Intima Media, CDK высокого разрешения, возможность проведения исследования с контрастным веществом и панорамное сканирование в режиме реального времени. Для проведения малоинвазивных манипуляций или пункционных биопсий реализована такая функция, как iNeedle, которая позволяет улучшить визуализацию иглы. Для кардиологии реализованы такие функции, как анатомический М-режим, огибающий М-режим, тканевой доплер с возможностью количественного анализа, а также автоматическое измерение объема левого желудочка с расчетом фракции выброса. Для акушерства реализованы такие функции, как 3D в режиме реального времени, а также SmartOB – это автоматическое измерение бипаритального размера, окружности живота, окружности головы, длины бедренной кости и лобно-затылочного диаметра. Портативная система M6 может быть укомплектована разными вариантами тележек с регулируемой или нерегулируемой высотой, жестким чемоданом-кейсом на колесиках или рюкзаком для переноски. А теперь давайте продемонстрируем его возможности на практике. А сейчас мы продемонстрируем продвинутые опции настроек B-режима, iBeam, iClear и iTouch. Для этого мы выберем режим абдоминального или абдоминального затрудненного исследования, не принципиально. И мы видим, что картинка достаточно размытая, много газа. Для начала мы уменьшаем глубину сканирования. Мы можем использовать классические, да, настройки улучшения визуализации по глубине. И используем функцию iBeam, да, сейчас эта функция не включена, теперь она включена, и мы видим уменьшение зернистости картинки, более четкие контуры сосудов. Функция iClear, если она выключена, мы получаем очень зернистую картинку. Если мы начинаем повышать эту функцию, то мы видим сглаживание зернистости, при этом сохраняются четкие контуры сосудов, нет размытости. iTouch – это автоматическая настройка картинки, и мы видим, что автоматически настраивается усиление по глубине в тех местах, где это необходимо. Сейчас мы продемонстрируем реализацию автоматического измерения комплекса Intima Media в аппарате M6. Для этого мы выбираем сосудистый режим. Сонная артерия, участок сонной артерии, можно даже поближе. Вот так вот. Через измерение. Автоматическое измерение комплекса Intima Media. Посмотрим реализацию настроек в B-режиме iBeam, iClear и iTouch на примере щитовидной железы. Для этого выбираем линейный датчик, пресет щитовидная железа,
и смотрим на картинку. Мы видим достаточно грубую структуру картинки, повышенную зернистость. Включаем iBeam и включаем режим iClear. Также можем использовать режим iTouch для автоматической подстройки глубины изображения. И видим, как у нас меняется визуализация паренхимы щитовидной железы на однородную мелкозернистую текстуру. А сейчас продемонстрируем кардиологический режим и попробуем использовать EM-режим и продемонстрируем возможности аппарата M6. Хорошая визуализация движения створок митрального клапана. Можем также визуализировать движение створок аортального клапана. Линию M-режима мы можем смещать, как нам это будет удобно. Хорошая визуализация движения створок аортального клапана. И в режиме, в M-режиме мы можем использовать функцию анатомического M-режима, где мы будем смещать нашу линию среза, и это даст нам возможность видеть какие-то мелкие детали или изменения. Для измерения, например, такого показателя, как EPSS, или же других важных показателей в M-режиме при исследовании сердца. Раскрытие створок аортального клапана, движение передней и задней створки. Функция эластографии на примере щитовидной железы. В исследовании компрессионной эластографии, конечно же, очень важно эта степень компрессии на даче, которая должна быть максимально равномерной. Функция представлена прекрасно. В аппарате M6 есть программируемые кнопки и функции эластографии, и другие функции можно запрограммировать для того, чтобы не входить каждый раз через меню, а включать необходимую функцию нажатием одной клавиши. Система M6 позволяет нам хорошо визуализировать поверхностные структуры. Мы видим вены на руке, мышцы, связки. С четкой дифференцировкой структур. Исследование карпального канала. Срединного нерва. В карпальном канале мы видим прекрасный нерв. Хорошо дифференцированная структура. Мы видим четкую структуру нерва. В аппарате M6 реализована функция панорамного сканирования в режиме реального времени. Мы можем включить эту функцию на экране монитора и увидеть прекрасную панораму со всеми структурами. Линейный датчик, пресет ортопедия, и мы видим четко очерченные костные структуры, мы видим хрящ, мышцы, нервы и сосуды, которые максимально четко прорисованы. И необходимые структуры. Модель M6 – это прекрасная ультразвуковая система, которая может больше, чем стоит. Коммерческое предложение вы можете получить у наших менеджеров. Все контакты под видео в описании. Аппарат есть в наличии на складе.